20 минут о красивой жизни, уникальных людях и интересных поступках. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». В бьюти-индустрии важна не только сама услуга, но и то, как она подается. В свое время на смену парикмахерским пришли салоны красоты, а сегодня становится популярным формат творческого пространства. В данном случае оно объединяет кофейню, салон красоты и площадку для мастер-классов и семинаров. Сегодня мы открываем совершенно уникальное пространство, которое не имеет аналогов в этом городе и вряд ли имеет вот такие точные аналоги в стране. Фишка в том, что я парикмахер, начнем с этого. Я парикмахер до мозга костей. И в свое время я прошла и прохожу сейчас достаточно разные грейды формирования такого бьюти-специалиста. Это дало мне опыт, как вообще работает этот бизнес, что чувствует парикмахер. И это пространство создано парикмахером для парикмахеров и для тех, кто любит этих парикмахеров. Этот дом создан для того, чтобы здесь просто было хорошо. Это салон красоты, это кофейня, это мейкап-студия, это коворкинг, это бьюти-пространство, это то место, где круто проводить события. Это просто то место, где хочется быть, куда хочется приходить, где хорошо. Ты можешь прийти сюда попить кофе, ты можешь сделать быстрый макияж, ты можешь прийти на услуги. Если ты свободный специалист, если ты фрилансер, парикмахер, то ты можешь работать в классной команде, ты можешь делать свой бизнес так, как ты хочешь. Если ты молодой специалист, в общем, все парикмахеры, все бьюти-специалисты и все клиенты этих бьюти-специалистов будут встречены здесь совершенно уникальным пространством, атмосферой. Просто здесь всем круто. Творческая команда Ирины Жуховой всегда ассоциируется с организацией ярких эпатажных перформансов. Не обошлось без этого и на открытии Дома парикмахеров. Ирина просто смогла вокруг себя создать такую команду, которая может ей помогать. Ну и, естественно, от личных качеств это тоже зависит. Просто очень сильный человек, который знает, куда он идет. В этом году Facebook сказал, что мы дружим уже 2 года, но ни я, ни она не помним, как мы познакомились, если честно. Мы просто в какой-то момент сразу начали съемки, начали мне красить волосы, меня стричь, и как-то вот оно все пошло-поехало, и вот я не помню, как это началось даже. Мне очень нравится, конечно, прекрасно, что пространство очень большое, очень много места, мы тут даже уже снимали, то есть можно и стричь, и красить, и где-то поснимать, что-то еще поделать, и вообще прям, мне очень нравится. Ира человек такой, она магнит, который притягивает в тебе, в себе талантливых людей, талантливых мастеров, и притягивает таких же, как она, мощных по энергетике, очень сильных и любящих. Мне в этом пространстве очень хорошо, потому что я тоже в нем теперь живу. Выделено 6 мест для визажистов. И, в общем, мы теперь одной большой семьей, визажисты-парикмахеры, живем в нашем новом домике. В наш век глобализации и сетевого бизнеса популярность набирает и некий антитренд – нишевое авторское направление. Особенно успешны эти идеи в сфере красоты, моды и дизайна. Профилактическая медицина знает массу способов улучшить состояние здоровья. Правда, все они должны практиковаться только под наблюдением врача. Что, кроме приема витаминов, готовы сегодня предложить специалисты? Смотрите далее в выпуске. В
Бешеный ритм современной жизни, плохая экология, вредные привычки, недосып – все это приводит к тому, что отравляющие вредные факторы накапливаются быстрее, чем с ними справляются естественные механизмы. В результате организм становится уязвимым для различных заболеваний и быстро стареет. Решить проблему под силу озонотерапии и специальных детокс-капельниц. В нашей клинике проводится несколько видов детоксикации – это внутривенная и надвенная. Внутривенная представляет собой введение специализированных препаратов, которые, вот, собственно, и осуществляют вот эту работу. То есть выводят шлаки, токсины, свободные радикалы и так далее. То есть и другие прочие вредные вещества из организма. Ну, параллельно, естественно, насыщая его полезными веществами. Капельницы с витаминным комплексом обладают мощным антиоксидантным эффектом. Состав капельницы подбирается врачом индивидуально, с учетом показаний, наличия аллергии, возраста и пола. Уникальная система внутривенного оздоровления и омоложения разработана на основе эффективных препаратов, естественных для нашего организма. Детокс-капельница здоровья и красоты проникает сразу в кровь и действует мгновенно. Восстанавливает работу организма, поднимает иммунную систему, работает с сердечно-сосудистой системой, то есть на сосуды положительно влияет, с прочими заболеваниями, то есть обменом веществ, это сахарный диабет, а также с повышенным холестерином борется. Внутривенную терапию применяют и в качестве лечения, и как метод профилактики. Капельницы назначают при сниженном иммунитете и дефиците витаминов. Детоксикация еще и служит своего рода иммуномодулятором, то есть повышает иммунную систему. Таким образом, сейчас в осеннее время это очень актуально, чтобы зимой противостоять вирусным заболеваниям, борется с дефицитами витаминов в нашем организме, что очень актуально, например, тот же самый дефицит витамина D, из-за недостатка которого возникает большое количество заболеваний. Это может быть связано по различным причинам, в частности, с заболеванием желудочно-кишечного тракта, когда человек витамины может и получает, принимает, но при этом они не усваиваются. Собственно, с этим также работает внутривенная детоксикация. Также капельницы применяют в сфере косметологии для улучшения состояния кожи, ногтей, волос. Потому что без здоровья внутренних органов внешняя кожа все равно покажет проблемы. Поэтому, чтобы выглядеть красиво снаружи, нужно очистить себя изнутри. Детоксикация, омоложение, насыщение организма витаминами – это три основных направления профилактического применения капельниц. Противопоказанием является индивидуальная непереносимость тех или иных препаратов. Обычно курс состоит из 15 процедур и рекомендуется один раз в год. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда, 166. ТРК «Горки», второй этаж. Это «Beauty Time». Программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Десятки выставочных стендов и специалистов в области косметологии и эстетической медицины, ногтевого сервиса, парикмахерского и декоративного искусства, оздоровительных услуг. Выставка «Индустрия красоты» на 3 дня объединила всех, кто причастен к бьюти-индустрии. Для профессионалов это возможность познакомиться с новыми продуктами и техниками. Для обывателя – повод узнать о тенденциях и возможностях их воплощения. Сегодня мы проводим мастер-классы по пилингам, также для чувствительной куперозной кожи, восстановление сосудиков, укрепление стенок сосудов, также аппаратная косметология, процедуры по мезо, безинъекционная, так как у нас косметика разработана для безинъекционной подтяжки лица, безинъекционные все процедуры, коррекция лица. В направлении ногтевого сервиса зимний сезон упрощает дизайны и делает акцент на ярких цветах. Из дизайнов опять в моду вступили вензеля с различными украшениями со стразами. В моде стал аквариумный дизайн,
появилось очень много витражных гелей, где просвечивает фактура ногтя. Ушел из моды царь-ноготь, который полностью инкрустирован стразами, и теперь стразы только в единичных каких-то элементах можно добавлять. В парикмахерском направлении все легко и просто, во всяком случае так выглядит. Актуально смешанные техники и брендирование, ну вообще множество техник, и их надо смешивать. Цвета у нас сейчас розовое, золото, все более такое нежное, теплое, красивое. Критерии здоровья кожи и волос – это то, о чем должна знать каждая девушка. Здоровая кожа – это сияние, здоровый блеск кожи, это гладкость кожи. И по волосам. Ну, в первую очередь, это отсутствие каких-то клинических признаков, таких как выпадение, шелушение, да, если вас что-то беспокоит, либо не беспокоит. Ну и, естественно, блеск, здоровый ухоженный вид. На сегодняшний день бьюти-индустрия постоянно предлагает новые техники и продукты, поэтому как никогда важно следить за новинками, пробовать их и экспериментировать. Все то, что работает сегодня, возможно, завтра уже станет неактуальным, а поэтому способность забегать вперед ценится очень высоко. Одним из ярких событий выставки стал чемпионат по парикмахерскому искусству и визажу. Лучшие мастера нашего города боролись за место в российском этапе этого конкурса. Продвижение конкурсного движения, оно немножко у нас затихло, и поэтому хотелось бы, чтобы это все у нас вновь возродилось. И лучшие из лучших у нас поедут на чемпионат полуфинал России в Екатеринбург, который будет проходить 17 ноября этого года. После финала России, значит, если они занимают места, то после полуфинала России, если они занимают места, то едем на финал России. Наша задача собрать лучших сегодня. Длинные, короткие, цветные или натуральные. Мастера уверяют, в окрашивании волос нет явных антитрендов. В моде все то, что идет вам. Однако актуальные тенденции все же существуют. Сказать, что антитренд, вообще в принципе сложно. Потому что мода настолько демократична и разнообразна, что можно применять абсолютно все стили, абсолютно все формы. Желаете прическу с начесом, вы можете ее носить. Желаете стрижку, можете носить стрижку. Но особое внимание, особое, это, конечно, стрижка. Сейчас в женской моде это стрижка унисекс, короткая стрижка, а в мужской наоборот. Отрощенные волосы в стиле Битлз, длинная заросшая голова. Все то, что еще только будет популярно, специалисты узнают, а также отрабатывают еще до наступления сезона. А у нас, в свою очередь, есть возможность заранее продумать смену имиджа и быть первыми из тех, кто в тренде. Вы смотрите программу Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Блеск уже давно не ассоциируется с новогодними или вечерними нарядами. Сегодня в правильных объемах и определенных сочетаниях металлизированные фактуры украшают деловую капсулу гардероба и одежду для неформальных случаев. Блеск и спорт подружились давно. Свои идеи в формате спорт-шик дизайнеры предлагают и в этом сезоне. То, что раньше называлось трикотажем с люрексом, сегодня все чаще именуют фактурами. Но как бы все это ни именовалось, в современном гардеробе блеск присутствует неизменно.
Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Сони Кривой 30. Туроператор J-Study. Предлагаем обучение за рубежом по системе «Все включено» по направлениям, курсы иностранных языков, бизнес-обучение, каникулярные программы для школьников, поступление в зарубежные университеты и средние учебные заведения. 751-42-62. Академия наращивания ресниц Premium Beauty представляет пятый турнир Grand Lashes 2018. Разыгрывается 30 кубков и один гран-при. Юбилейные медали и призы каждому участнику. В рамках турнира также состоится бьюти-пати, конкурс творческих видеовизиток, борьба за корону среди лэшмейкеров, визажистов, бровистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. Незабываемая шоу-программа с участием лучших стилистов региона. Узнать подробности и подать заявки на участие можно в официальной группе Grand Lashes 2018. Приглашаем к сотрудничеству представителей индустрии красоты. Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале и на страницах в соцсетях ищите по хэштегу #BeautyTime_TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.